Дорогие друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал «Добрые сердца Казахстана». Меня зовут Петр, за кадром, как обычно, Алексей. Сегодня мы приехали к Николаю. Это бывший участник нашего проекта. Видео с ним вы можете посмотреть на инстаграм-странице. Кто смотрит нас на ютубе, можете перейти по шапке профиля, есть ссылка на наш инстаграм. И вернуться на пару лет, получается, 2 года назад. Мы помогали Николаю. Там прям разница, какой он был, да, какой стал. Как, когда помогли. И сейчас он сегодня нам позвонил. Дело в том, что собрался переезжать в Россию. И говорит, жалко, вещей много всяких остается. Говорит, просто приедьте, заснимите, выложите видео, что кому-то, может, нужны эти вещи. И все, мы так и сделаем сейчас. Расскажет нам, как он прожил эти 2 года, когда мы ему помогли, как он восстановился. Покажем вещи, которые он хочет передать. Ну и расскажет, куда он собрался ехать вообще, как в Россию, куда, в какой город. Ну пойдемте, дорогие друзья. Коля, здорово. Как жизнь? Помогли. Ой, велосипед. Да не надо, это у нас, как говорится, наш походный условие, солнце перемешано. Вон, смотри здесь. Видишь, вот то, что Алексей говорил, да, ребята, вот это надо, матрас есть, подушки, да, одежда лишняя, вот надо кому-то отдать его. Ты сколько лет это все собирал? Да мы вещи. Слушай, нифига у тебя раритеты какие. Я думаю, это на запчасти продавать. Да, телевизор есть, это на запчасти, я там уже посмотрел. А я что-то не могу выкинуть, Коль, выкинуть. Одежду вот эту надо. Матрасы, подошки. Ну, надо просто... Мотоцикл Ява. Мотоцикл тоже отдаешь? Да, надо в одежду найти. Посмотрим, там такой подстановки. Да, может быть, продавать. Стройматериалы какие-то у тебя тут. Да, слушай, Коль, ну ты прям изменился. Вот еще. Ну конечно. Да, там молодой все окей. А ну-ка, погодь. Ну, тоже какие-то у тебя есть, видишь? Да, вот здесь тоже, но вот там деревяшки есть, надо тоже куда-то их справлять, вот это все разбирать надо, тут обувь, одежда, всякие фигни. Ну ладно, блин. Да, Сергей, сейчас мы привозить, вот там есть. Без ничего получится. Самовар. Самовар. Электрический, ну, два самовара, ну, это если что, туда. Ну что, присаживайся. Да, садись. Это сам. Вот, получится туда увезти, там и не пригодится. Есть плитка. Что, куда собрался? В Россию? Ну, я думал, туда, что мне здесь делать. Ну, пока я вот я сейчас на окраине, там, ну, значит, все, думаю, вернулся, там, запас должен добавить. Но сейчас эти ПМ и МК выдали, вроде как, военная охрана мне сделала. Ну, я-то из гарнизона знаю, это оружие, ПМ, у меня отец начал обращаться к ПМ. У нас уже на Ленской границе, поэтому подготовка есть, кроме ну, сейчас в охране работаешь? Ну, пока, да, мне это частное, ну, как оно. Ну, все нормально? Ну так, да, все. Там, по да. Сравнению 2 года назад, как было и сейчас, получше, да? Получше. А в какой город России хочешь ехать? Ну, думаю, Свердловск, там посмотрим, как просто. Там родственники есть, но не знаю, прописка помог, нет, у нас до связи нет. Связи нет. В 2000-м писали одно письмо, там приходило, все будет связь, как прервался, все должно. Ну ты смотри, на бунта ехать тоже опасно сейчас. Нет, так я вещь, я не сейчас, да, сейчас война на Украине идет, с Украины, там вот эти события. Просто я думаю, еще год-два тут пока по программе переселения, а сейчас ускоренная там программа. Ты родился здесь, в Казахстане или в России? Не, ну мы-то здесь, у нас дед оттуда, вот Иван, а, ну вот родственники есть, оттуда, да. Там, здесь, там они не близкие, они дальние получаются, ребята, видишь, а по ним, как читали закон, вот это, они поменяли, там не дают держаться, надо близкие, там дети, родители, короче, вот это, все, а у нас близкие нет, там двоюродные. Коля, расскажи про невесту-то свою. Поженился, слушали здесь, да? Да нет, у меня есть 4 знакомые девушки, но это пока я так познакомился за год, Дора, ну в банке, а вот Юля, там, и Айгуля, и...
А, у тебя еще их и несколько. Да ты ловелас, оказывается. Смотри, нет, не спались, а то они-то тоже будут смотреть этот ролик. Скажут, о, дорогой, сегодня со мной, завтра с другой. Поэтому, да, я с одной девушкой жил на банкет, когда шоу-юмористы там на собеке были, поэтому, да, все, это опыт имеется. Интересно. Так, это не специально, конечно. Ну так в целом все хватает, и работаешь, зарплаты хватает. Ну, по жизни. Да, там 70 говорят, но сейчас себя 70. Я на заправках здесь 20, когда срок, ну, как говорится, больше. А ты еще на двух работал? Я оттуда то шел, я перешел на эту, думал, по-большему, но здесь оказалось так же. Ну тут не в штате, как за штатом, там меня там, где еще выхода, но тут мало получается. Думаю, сейчас обратно вернуться, там люди нужны обратно. Там Самат, полковник, ну, работал на снегу, я там подрепутал. До ухода, поэтому обратно там не возьмут. Ясно. Так, ну по вещам ты хочешь раздать, получается, там у тебя матрасы, одежда, да, одежда мужская? Одежда, матрасы, ну там женская есть, и куртки, есть. Джинсы там всякие, штаны там, да, узкие там, кофты, пальто, типа. Ну мы выложим, получается, подушки, всем, кто нуждается, матрасы, там матрасы, да, подушки, сервант, одежда, сервант. Шифонили, знаю, просто продать нет, видел объявление, но в интернете, но продать, что-то покупать нет, тут неизвестно. Тоже. Ну, а 70-х годов. Ну, если что, тоже отдашь. Ну, если что, можно. Дорогие друзья, да, все, кто нуждается. Стулья вот на продажу, там мягкие стулья, через стулья продавать, как мы можем продать. Так, что с мотоциклом Ява? У нас открывается, приоткроем занавес, скоро новый канал. Как раз с техникой связан, связан с техникой. Хочешь, чтобы поучаствовал твой мотоцикл в этом? Восстанавливать машины будем. Восстанавливать, да, машины будем, мотоциклы, старин, техники. Технику, ну. Ну почему? Не только старину. У нас вообще начнется как? Давай, начнем с малого. И с каждым разом, то есть мы берем хлам, восстанавливаем его, продаем. На эти вырученные деньги берем снова хлам, но классом повыше. Снова восстанавливаем, продаем. На эти вырученные деньги снова берем уже классом. Выше и так далее, пока не возьмем Гелендваген. Окончательная цель. Ну, начнем с малого. Вот мы у нас... Ну, там, типа, мастерскую хотите. Эксперимент такой, за сколько времени мы сможем вырасти из хлама до гелика. Ну, если спецов найти, то можно, конечно. Да, есть там, ребята. Уже спецов нашли. Я механик по базам, так что могу помочь, если что. Можно ко мне, там, по радиоэлектронике, по электрике, только мне можно. Ты как автоэлектрик соображаешь, да? Да, но у меня радиомастера есть. У меня только группы допуска нет, третью группу надо, я могу... Ну, официальности там не нужно, главное, чтобы ты соображал. Да, но следующий чертеж, у меня же техника, мы сдаем высшее образование, как в Ольге, но техника стоит, у меня тоже высшее образование. То есть механика и мастер технической школы, на первых ценах. Поэтому у меня еще батарейная связь посорвали ночью еще. Так что с мотоциклом, Ява? По конкретикам посмотрим, я не знаю, мне надо ладеться на типа, что есть... А это чей-то получается, да? Да, он на первом, он где-то в Степном живет, у меня адреса нет. Я там говорю, со Стасом, он местный там с Аканика, там с машиной. Но они не знают, что... Рабочие еще, что ли? Да. Ты смотри, я думал, это вообще сейф какой-то стоит. Сейчас только понял, что это холодильник. Не-не, он рабочий, нормально. Это-то, конечно, на металл уже. Ну что, а что у тебя там? Чем питаешься вообще? Морковкой и лук. Базара нет. Да ладно, конечно, нормально. Ну, макароны хоть есть какие-то, да? Да, там все повесит. Так, помаленьку. Основное. Да смотри, все какие-то прибамбасы, ты еще советских времен. Это вообще раритетов у тебя, если покопаться здесь. Это же тоже советский еще этот. Ну это да, это самовар. Самовар советский, наверное. Да, там еще устал. А он что, у тебя электрический или он просто? Электрический. Электрический? А вон еще один. Еще один. Тот тоже электрический, да? Да, они рабочие. Рабочие? Да. Что еще, кроме интересного, у тебя в жизни было? Расскажи хоть. Людям интересно, сегодня вы это выкинулись, а Колян, все, надоело. Тебя так-то помнят наши зрители, вот кто в инстаграме? Я помню вас всех, поэтому у меня есть там и сайт, я подписан на сайт. Смотришь, да, тоже? Да, смотрю, там комментарии, все репортажи. Ну, видишь, сколько лет прошло, а до сих пор работаем, занимаемся, оказываем помощь людям. Да, короче, сделаем, занимаемся. Так что если мастерская, если помощь нужна будет, так что имейте, я думаю, вы поможете в одно время, когда вы будете. Все хорошо. Это с вами нет. С
Все, ну молодец, а что сидеть, поднялся, можно сказать. Это в стенах я 2 года посидел, просто это без дела, это сам хочешь, когда без дела оказывается. Угу. Ты не нужен. Ну, девушка, ладно, девушка пришла, ушла. Я же говорю, что я жил с одной, там и расстались, поймали. Ну, она захотела расстались, ладно, 90 год, это все. Потом были девушки. У меня и подсорили, в техникум девушки были. Ольга знакомила, Лариса Тарова там, и Маринка у меня была. А, Оля знакомила? Нет, Ольга знакомая, я не просто по технику, там знакома была. Я между собой знакома просто, и Лариса знакомая, мне там вторая. Кстати, Оле привет передай, она смотрит тоже. Ну, ладно. Это самое. Ну и знаешь, зачем все нормально было, их так и так и посудили. Ну и знаю, вот еще вот Таша. Ну и вот тоже самое. Просто я без дела сидел сколько, вот это самое. Мне батарею послали, мне нужно учиться. Видишь, я если бы тогда поехал в 87 год, вот я бы кастрюлял цены послушать. Сейчас жалею вот это, если бы я бы ехал военным учиться. Я бы сейчас был бы как ну, покоен Буданов, да, уже на моем покоенке точно. Ну, мне лицензию, да, посмотрелся. Это правда. Ясно. Ну, дорогие друзья, еще раз хотим сказать. Это Николай. Кто, кому интересно, кто-то его помнит. Кому интересно, можете вернуться, посмотреть, какая была ситуация у Николая. Это, ну, пролистать ленту придется нормально, потому что это пару лет назад было. Да, когда да, только да, начали да, помогать Николаю. Я там встанет, сейчас маленько рано, но так уже получится. Да, сейчас все, видите, ну, вот, лечения главное. Лечения пока никак нету, потому что лечения здесь не будет, это точно. Мне физио не помогает, но физио помогает, система не помогает вообще. А больше здесь ничего. То есть эти вот эти пятна, вот, они остаются. Они так остались, сюда не пришли? Да, Алексей, они остаются, понимаешь? И то, что вот ходить я бегать не могу, да, если с оружием работать, как раньше бегать. Ну, прямо я могу стрелять так, да, как если это с колена, там, ладно, там, с автомата. Ну, вот бегать уже, да, подъезжаем, группа, когда на марше могу. Короче, лечение себе все-таки требуется еще, да? Лечение нужно, потому что у меня вот этот интегральный остановлен, вот этот гранатопор. Вот здесь вот еле сгибается. Вот, ну, расскажи, кто-то не знает, что за болячка, что за болезнь. Ну, это вот после ухода мамы, вот это началось воспаление. После вот, чего? После ухода мамы, это вот 13 лет. Ну, наша соседка знает, и Леся там, что да, вот они знают. Началось это у тебя из-за чего? Ну, это вот, на нервной почве? Из-за стресса. Ну, я говорю, на нервной почве. А врачи что говорят именно вот эти? Я был в этой диагностике, которая у нового Зайцума находится, там обосна. Он мне сказал, что сосуды нормально, да ничего серьезного нету. Да из-за чего цвет, я вижу, они синеют у тебя. Тогда были, знаешь, вот они вообще были черные. В 19 году мы же видели, здесь они до колена были. Я в больницу попал из-за этого, потому что я ходить не мог, у меня до колена были опухоли. Они на этой, на потайной сняли опухоль, вот так до плана уменьшили, все. Но просто лечения было. То есть неделю я пробовал, у меня опухоль, все. И вот они остались, вот то же самое. А в 20 году пошло обострение, опять эндокрин, опять пошла опухоль. Ну, врачи что-то говорят, что можно как-то это лечить, что тебе нужно, это физиотерапия? Ну, там вот это только не система, да, я ездил, но вот это 20-й год был, и январь был, зимой, и летом был. Система не помогает. То есть лекарство, которое капали неделю, оно нифига не действует. Угу. Ну, привыкание, знаешь, что-то. Ну, химическое стало, да. Вот а как лечить, они что-то говорят? Физио помогает временно. Вот прогревание помогает, но целевшее ходить, да, сгибается уже лучше. Оно полностью не вылечивает физио. Там грязи у них и вот это нагревание. Вот это только временно помогает. Ну, это когда ходишь туда, раз в неделю ездишь, случайно, то. А потом все опять просто не вылечивается. Вот. Я не знаю, что здесь. Мне там панты советовали, уже на станции говорю, ребята, там панты помогают. Уже кто-то у них спрашивал, да, кто народные сами какими-то. Ну, панты. Ну, дорогие друзья, может кто-то хочет Николаевичу помочь, кто помнит вот ему лечение ног. Да, ходить я могу, понимаешь. Тоже вот все реквизиты в шапке. Да, я не снимаю. И вот это вот то, что они на сгибе, вот здесь именно вот это ограниченная подвижность. То есть вода сгибается. Ходить можно, но вот так ощущение вот. Ощущение более тяжелое. Да, когда поднимаешься и спускаешься по лестнице, вот эти вот, да, вот такое состояние, ну, вот это. Ну, человек побежит. Ну, все, да, на этом заканчиваем наше видео. Рады были видеть тебя, Николай. Да, ну, кто хочет помочь Николаю, тоже... Да, здесь вдруг... Тут можешь комментарий оставить, чем помочь, да, как да, помочь, да. Вот так. Оставляйте свои комментарии. Ну, видео это мы выложим и на инстаграм-странице, и на ютуб-канале. Ну и, конечно, кому, кто нуждается в вещах, да, подушки, вот, матрасы, да, тумбочки, да, может, на дачу кому-то нужны. Газовая плита.
Ну, так что все тоже номер телефона в шапке профиля. Да. Всем спасибо. Всем пока-пока. Коля. Коля, попрощайся. Да, ну вот. Всем спасибо за участие, за помощь. До новых встреч.